Диметродон – крупный хищный динозавр, обитавший на территории Северной Америки в пермский период. Несмотря на свои крупные размеры и обилие травоядных динозавров, живших вокруг, диметродон предпочитал рыбу и потому селился возле крупных водоемов. Некоторые ученые полагают, что огромный кожаный парус на спине диметродона использовался им во время рыбной ловли. Возможно, динозавр ловил им потоки воздуха, чтобы тратить меньше сил на передвижение в воде. Птеродактиль – пожалуй, самый известный летающий ящер, живший в юрском периоде. Судя по всему, в тот период птеродактили заселяли весь земной шар. Об этом свидетельствуют многочисленные находки палеонтологов. По всей видимости, разные виды птеродактилей имели разный рацион. Например, птеродактиль, размах крыльев которого составлял 4 метра, питался рыбой. Птеродактиль заметил диметродона со свежей добычей. Понаблюдав за своим соперником, птеродактиль решает отобрать рыбу силой. Терпев неудачу в бою, птеродактиль добывает пищу хитростью. Птеродактиль победил.